Давайте, ребятушки, откроем сразу же сундучок. Посмотрим, что же там в сундучке у нас улучшение на Титане. Но у нас нету денег. Давайте поиграем в классический, в крушитель Луны и выберем танк Титан. Нам нужно подзаработать немножечко денежек. Ах, надо было этот самый броню брать. У нас получается просто напалм, напалм. Ну, я не знаю, куда можно напалм использовать. Где танки все? А, вот он едет. Готов. Один выстрел. Да, 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 да. Танков нету никого. Сейчас мы найдем. О, вот он танк, смотри. На, получи. И монетки забираем. Ух ты, ух ты, ух ты. Давай напалм вам. Вам нужен напалм, ребята. Есть, поджарили мы напалмом. Кстати, напалм быстро что-то тушится. Но напалм не должен так тушиться. Его, в принципе, даже водой нельзя потушить, по идее. Ну да ладно. Так, сколько мы имеем? 117 монет. Я надеюсь, мы побольше их подзаработаем. Потому что мне нужно куча денег. На, держи. Так, и босс. А, кстати, можно с боссами поиграть в серию боссов. Там вообще можно хорошо подзаработать денег. Так, давай мы его сейчас сразу в лазерную пасть уничтожим. О, есть попадание. Отлично. Вот он едет. Чувак, сейчас начнет стрелять, смотри. А, нет. Он даже не добежал до нас. Ага. Он даже не доехал. Ну и хорошо. О, нате, напалм вам, вонючки. Уничтожьтесь. Так, а ты чего не уничтожился, а, гад? Еще один едет, смотри. Тихо. Давай поближе подъезжай. Нет, я все не могу попасть, слушай, алло. На, есть, готов. Эх, идем дальше. Едем дальше. Так, подожди секунду. Ага, вот едет. На, есть, готов. Готов, танк следующий. Угу, едем, едем, едем дальше. На нашем титанчике. Ой-ой-ой-ой, на, получи. Хорошо, с одного удара мы можем уничтожить танк. Вот еще пошли танки. Готов. Готовы. Ох-ох-ох-ох-ох. На. Тут тоже разъехался. Так, еще. Ух ты, смотри, как, смотри, сколько их много, а. Алло. Слушай, напалм-то я уже использовал, да? Напалма больше нету. Ну, ничего страшного. Все, готовы. Вот такая вот, ребятушки, игрушка. Hills of Steel. Кстати, ребята, пишите, пожалуйста, передавайте приветы в комментариях. Вот. А сегодня я хотел бы передать приветы, кстати, Олегу, Екатерине, Эльзе, а также Ольге приветы передать хочу. И Максиму. Ребятушки, я вам привет передавал? Передавал. Так что, все хорошо. А если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, напиши просто в комментариях привет, и я тебе передам привет лично тебе в следующем ролике. Опа. Вот так вот. Ну вот, ты должен поставить лайк этому видео и, конечно же, быть подписанным на канал Duda Play. Ну а мы отправляемся дальше, ребятушки, мочим вот этих вот монстриков. А, танки вот эти вот, вонючки, смотри, сколько их много. Так, Катюша. А что здесь Катюша? О, смотри, перевернулся. Сейчас будет себя уничтожать, смотри. Опа, на, я тебе помогу, чувак. И у нас следующий босс, это у нас Армада. Угу. Сейчас мы его щелкнем. Спокойно причем. Ого-го-го-го-го, тихо, алло. Не понял я ничего. Ты что так близко подъехал ко мне? На, есть еще один ударчик и все. Уровень пройден, мы его уничтожили. Давайте заберем ремкомплект. У нас уже 314 монет. Так, ну вот, бригада подъехала. Ладно, пока мы не будем напалм использовать. Постараюсь так их отщелкать. А когда их реально будет много, тогда мы используем напалм. О-хо-хо! Ребята, на! Так мешает, смотри. Танк, который взорван уже был, он реально мешает. Сколько вас тут много, слушай, чуваки. Чуваки, что-то вас много. Ладно, сейчас мы сделаем так. Опа, готов. Едем дальше. Выжившие есть.
Так, один. А, вот еще, вот, вот едет выживший. Все, теперь он уже не выживший. Отдыхай. Сейчас много будет, если танков, то я напалм использую. О! Еще смотри. Да, в принципе. Я сейчас всех тут отщелкаю. Так, будет еще. Да, еще один. Еще один. Нифига себе. Сколько танков уже много. Ох, еще. Нифига себе. 400 монет уже заработали. На! Еще тебя сейчас, подожди. А, мимо, мимо, вонючка. Так, давай напалм. Напалмом вас буду гасить. Ну, вы что так поздно подъехали? Тут был вечеринка с напалмом. А вы только сейчас подъехали, опоздали на вечеринку. Придется вас отщелкать снарядиками. Ладно, едем дальше. Ой, мне только на титан нужно купить улучшение на 600 монет. А у меня только 400. Ну, дорого. А, значит, будем играть против боссов. Да. По-другому никак. По-другому, ребята, никак. Деньги тут не заработаешь. Ух ты, смотри, сколько их мальчиков приехало. На, еще один. На, готов. И монетки, ребята, я заберу. Не надо сюда подъезжать, не надо. Я тут монетки собираю. Не нужно. Так, рьяно защищать монетки. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сколько ж танков вас тут, а? На! На, вот это сейчас. О, готов. Готов. И тут, ну, все равно очень много танков, ребята. Очень много танков. Мне нужно немножко отойти. Отъехать немножечко сюда. Есть, готов. Вон еще один едет, чувак. Вот этих я не люблю маленьких. Они вроде бы как не могут подняться, а стреляют они очень хорошо. А в горку они поднимаются. Тяжко, тяжко им подниматься. Либо они это притворяются, мне кажется. А больше притворяются. Так, ладно, едем. Дальше. Смотрим. О, все. Тут надо их добить, и будет у нас босс. И босс мне даст ремкомплект. На. Ох, ты мимо, мимо, мимо попал. Ладно. Давай, ты едь сюда. Ух ты, слишком близко подъехал. Так, следующий танк у нас идет босс... Кнут. Давайте. Посмотрим, Кнут, на что ты способен. Подъезжай поближе. Ой, что-то это. А, два раза выстрелил в тебя и все. Авариям комплектик. О, подлечились. Слушай, мне надо аккуратно здесь пройти эту миссию. Чтобы максимально можно было заремкомплектиться потом в следующий раз. На вам, вонючки, взорвитесь. Последний напал на вас потратил. Ух ты. Да, смотри, тут реально будет много танков. Слушай, реально много танков. Но это еще не все. Сейчас они будут подъезжать. Смотри, как и пуля вылетает, интересно. Она как будто согнутая вылетает. Такое чувство издуло, да? О, есть. Вот они, поехали. Едут. На, ух ты, чуть ли не двоих за разом. Чуть ли не двоих за раз уничтожил. Ну и что, где тут кто? Где вы, танки? Никого нету, смотри. А, едет, смотри. Едет, едет. Стреляет прямо в меня. А от кого там отлетела? Какая-то шайбочка. О-о-о! Два маленьких, смотри. Да, тяжело мне, уже половина жизни нет. И... Вот они едут. Ой, как много вас, ребята. Отходим, отходим, отъезжаем. Потихонечку сейчас мы вас отщелкаем. На. Следующий, на. Следующий, на. Ой, нет, 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 нет. Надо, надо, ребят. О, я дальше не могу двигаться. Вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся, что я не могу дальше двигаться. Теперь нужно вперед проехать. И тут, естественно, будет куча танков. Ехать здесь. Так, монетки лежат. Никому не нужны. Либо это замануха, слушай. На. На, получай. Да, до следующего босса мне далеко еще. Ладно. На, чё расстрелялся-то? Ух ты. Держи, получай. Так, этот еще стреляющий.
Этими бомбочками подъехал, вонючка. Как же мне его щелкнуть сейчас. Ну сейчас он подъедет. Получит у меня снарядик. Едем. Так, ждем. Нет, он там застрял где-то, а? Нету его. А типа подняться не можешь, да? На холм такой вот маленький. Ладненько. Ух ты, вот они опять. Дружбаны мои едут. На, ах ты, подожди, подожди. Сейчас, подожди, подожди, сейчас. Есть. Еще один ударчик, подожди-ка. Да ё-моё, смотри, какие они сильные, а. На, есть, готов. О, мне до босса еще куда китаю пешком, а у меня уже задали здоровье. Здоровья мало. Надо ремкомплект брать, короче, все. Да. Опа. О, смотри. Да, они меня сейчас отщелкают. Да, я сказала, отщелкали меня. Вот и все. Рекорд побили. 145. А, 191 метка. Ну, тоже хорошо.